Всем-всем-всем привет! Для всех любителей трудов сегодня эта игра. Устраивайтесь поудобнее, берите всякие вкусняшечки. Двери и окна на засов, чтобы никто и ничто не отвлекало вас от просмотра данного видео. Всем желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям и заходите в телеграм-канал. Ссылочки будут в описании под видео. Ну а мы начинаем, я сейчас попробую без интернета ее запустить. Запускаю эту игру. Называется очень сложное название Wood Turning. Собственно, сейчас поймете, почему я вспомнил про труды. Интернет я отключил. Упс. Упс, нельзя без интернета. Ну, собственно, тогда я понимаю, что все будет. А что нужно сделать? В общем, я понимаю, что в эту игру мы прям уж не думаю, что будем долго играть, учитывая, что здесь интернет хлещет по полной программе. Ой, интернет, какой, реклама. Как вы видите, вот мы чем здесь будем заниматься сегодня. Выпиливать и из деревянных брусочков какие-то фигурки. Как это долго. И, кстати, очень даже неудобно. Никаких звуков нету. Это прям не расстраивает. И очень неудобно. Прям очень неудобно. У меня палец уходит. Уходит с экрана. Какую-то нам надо деревянную стрелку сделать. Уроки трудов. Я этим тоже на школе на трудах занимался. Так, это мы сделали. Вот здесь у нас не доделано. Наверное, на такой мы сейчас перейдем. Ой, прям шикарно. Вот сейчас прям шикарно идет. Убираем этот слой. И что, нам заостренное нужно? Угу. Не доделали мы. Не доделали. Ой, чуть-чуть накосячили. Ну. И реклама. Ну, чуть-чуть накосячили мы. Ладно, чуть-чуть накосячили. А что нам здесь надо сделать? С этой губкой. Все острые углы мы заточили. Угу, ну пошли дальше смотреть. Опять реклама сейчас будет? Да. Я бы не сказал, что это прям очень круто. Но, не, хочу этим. Вроде бы игра, кстати сказать, ничего. Но вот то, что реклама, это, конечно, трешак. Ты мне низ побрызгаешь. И сейчас будет опять реклама. Нет? К
Кстати, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Все, ты довольна? Ух ты. Беремся. Тут прям что-то жесткое. Давайте с треугольника начнем. Так, это сразу понятно, что это. Нам нужно овальную сейчас получается. Давайте овальную возьмем. Так, хорошо. И здесь овальная нам нужна. Обязательно овальная нужна. Вот, чуть-чуть здесь подточить. Но мы вообще, по-моему, на трудах только с деревом занимались. Только работали с деревом, по-моему. Не помню, чтобы мы с каким-нибудь металлом работали. Ну, погнали дальше. Сейчас будет реклама. Что теперь мы с этим будем? Будем сейчас натачивать. До блеска ее. До блеска ее. А теперь маленькую. Вот тут вот. Ну, вроде бы все. Хреново, что нету музыки. И сейчас... А что, сразу красить можно? Нет, в этот раз давайте желтую. Вот так вот сделал. Все, дальше. Еще одну мы рекламку посмотрели, можем продолжать. Клиент доволен. Апгрейд. Следующий маленький. О, давайте возьмем. Ух ты, меч. Стоп. Здесь вот так я сразу возьму вот такую. Ничего ж себе. Мечи я еще так не делал. Мечи я еще так не делал. Вот тут где-то накосячил, кстати. Накосячили. Но я меч первый раз делал, поэтому... Ну, простите, как есть получилось. Ручка чуть будет поменьше, чем ты хотел. Чуть-чуть поменьше от желаемого. Да, вот это все поуберем мы. Можно дальше. Какой мы тебе меч сделаем, а? Какой мы тебе меч сделаем? Да можно вот просто обычно такого цвета. А ручку можно, в принципе, и фиолетовую. И острие такое. Ух. Ух будет. Ух. Дальше.
Но рекламы прям очень много, друзья, прям очень много. Все остальное заблокировано. Давайте откроем. А, 3000. Пришлось мне рекламку посмотреть, собственно, чтобы это сделать. И сейчас опять реклама. Ну, реклама прям очень много. Прям очень много. Довольна ты этим? Походу, да. Апгрейд. Что ты хочешь? Давай. Рекламы прям очень много. Но вот это что-то новенькое. Ого! Это мы лаком, что ли, покрываем? Да, походу, чем-то мы покрываем лаком. Это что-то новенькое. Дальше. У этой игры есть два больших минуса, друзья. Это нету музыки и реклама. Это вот самых два больших минуса этой игры. Вот реально. Просто. Так, и вот здесь мы сейчас уберем. Так, здесь все нормально. Вот тут вот нужно подубрать. Дальше пошли. Сейчас опять реклама будет. Только. Погнали. Все отлично, можно дальше. Цвет. Да, ну я решил все-таки новый цвет опробую купить. Смотрим, что еще можно сюда, какое вкрапление сделать. Нескольких цветов. Вот так вот оставим. Ну и собственно 5 рекламы. Собственно 5 рекламы. Ну давайте это такое сделаем. А что это на продажу? Офигеть. Дальше. Одна звезда. Давайте посмотрим апгрейд. Могу сделать. Берем. Привет, дорогие друзья. Надоело. Вот реально надоела эта реклама. Вот реально надоело. Значит, скорее всего, это последняя деталь, которую мы будем готовить. И все-таки я поставил, да, единицу за рекламу. Она постоянно, она просто постоянно. Она навязчивая, и это просто трэш. Когда все время реклама, это просто жуть. Вот реально, просто жуть. Продолжаем. Ну, давайте наточим здесь. Пройдемся, чтобы красиво все было. Ну, какой-то маленькой губочкой. Продолжаем. Красим. Это, наверное, просто будет чисто синего цвета. Ну просто невозможно. Реклама на рекламе, друзья. Просто невозможно. Красиво.
Ну что, на сегодня все. Дальше я в нее играть уже не могу. Из-за постоянной рекламы. Вот честное слово. Из-за постоянной рекламы. В общем, если хотите смотреть каждые 15 секунд рекламу, пожалуйста, эта игра для вас. Но она не для меня. Не было бы рекламы, была бы музыка, я бы, может быть, минут 40 бы в нее поиграл. Но, увы, ах, нет. Так что на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.